Железнодорожную станцию, городской автовокзал, пассажирское автотранспортное предприятие и Ричпорт проверили на соответствие антитеррористической защищенности. Явных нарушений представители Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры не выявили. На комиссии в администрации города они предложили увеличить количество видеокамер и привести нормативную документацию в порядок. Также они проинспектировали биологически очистные сооружения в ЖУК и Жуковский водозабор. Там также были выявлены нарушения по оснащению техническими средствами охраны и инженерно-технической укрепленности. Со слов представителей ВАУСВНК, эти устранения, то есть устранятся эти недостатки до 1 июля. Поступило предложение изменить технологию очистки на водозаборе, чтобы не складировать химические реагенты.